Привет, YouTube! Сегодня я вам покажу, как делать медвежонка из одного воздушного шарика. Шарик может быть любого цвета. У меня на столе вот завалялся коричневый. То есть будет у нас коричневый медвежонок. Берем шарик, немного его надуваем. Завязываем. Поближе к кончику. Оставляем ненадутый кончик. Это 8 пальцев. Делаем пузырь на 3 пальца. Дальше делаем маленький пузырь. Оборачиваем его вокруг себя. У нас вот получилась такая скрутка. Дальше делаем пузырь на 4 пальца. Следующий пузырь на 2 пальца. Оборачиваем его вокруг себя. Еще один пузырь на 4 пальца. Следующий на 2 пальца. И пузырь на 2 пальца оборачиваем вокруг себя. Дальше делаем такой же пузырь здесь. И оборачиваем этот пузырь вокруг спинки. Должно получиться у нас вот так. Дальше делаем пузырь на 4 пальца. И 2 пузыря на 2 пальца. Следующий пузырь делаем опять на 4 пальца и оборачиваем его вокруг спинки. Дальше делаем пузырь на 4 пальца и ведем его, просовываем между двумя маленькими пузырями. Ведем вверх, делаем скрипку. И оборачиваем вокруг шеи нашего будущего медведя. Все, лишнего мы убираем. Теперь берем нос нашего медведя и просовываем его между этими пузырями. Вот что у нас должно получиться. Вот такой симпатичный медведь. Поправляем. Осталось нарисовать глаза. Для этого мы сначала возьмем белый фломастер. Нарисуем белые кружочки. И мордочку можно белым. То, что у нас шарик темный, черный фломастер видно не будет. Немножко подсушим его. И теперь в глазах мы нарисуем зрачки. Ну, как-то так. То есть, такого медвежонка можно сделать достаточно быстро, чтобы подарить его либо своей девушке, либо ребенку. У кого что есть. Все. Если понравилось видео, то ставьте лайки. По вопросам заказа игрушек и приобретению звоните на этот номер. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.